Здорово, ребятушки, меня зовут Саша, вы на канале Князь. Сегодня у нас GTA 5 RP Grand Role Play. Кстати говоря, ссылочка есть в описании, туда переходим. На первом сервере регистрируемся, играем вместе со мной. Также промокод КНАС, там тоже вся информация будет. Там ведете, короче, бабулесики получите, меня поддержите, там семью приму. А вот, кстати, топовую. Короче, помогу, чем смогу, меня найдете, еще денег сверху дам. Так что, если сервачок понравится, заходите играть. Сегодня давай сразу по планам я вам расскажу, что, во-первых, я не один. Со мной великолепный генеральный прокурор. А, будет, наверное, ржать надо мной, как я ничего не выбью. Здравствуйте! Здравствуйте. А можно уже ржать? Хорошо. Вот, это первое. Второе. Я вам расскажу, что я вчера выбил за 10 тысяч рублей на стриме. Ну, вы, наверное, и сами сейчас можете понять. Ну, и также сегодня мы откроем билетики на 25 тысяч рублей. Посмотрим, повезет мне или не повезет. Суть заключается в том, что предыдущий раз, когда я открывал, я это делал, скажем так, в то время, когда наибольшее количество игроков на сервере, когда, наверное, все открывают, и мне, по сути, по факту ничего не выпало. Вот сегодня в середине дня, в 4 вечера или дня, его знает. Попробуем все это сделать и надеяться на большую удачу. Вчера, как вы видите, было выбито Porsche. Я на ней вчера на стриме покатался, ожидал большего. Едет не так медленно, звук как от Мерина, что ли. Ну вот, дальше. Это гарантийный у нас Ford. Вот он мне понравился. Вроде он едет быстро, если бы прокачать на максимум, наверное, километров 400 поедет, и плюс он очень хорошо управляется. Но это не самая редкая, наверное, машина, потому что дают эту машину как гарантию после того, как откроется 100 билетов. Ну и вот это вот японское говно. Вот, можете ставить дизлайки, там, GDM-щики, вот эта вот вся история, анимешники. Мне на вас плевать, просто я вагодрочер. Так, и вот такая... А, и самую главную машину я вам покажу. Она такая только у меня и у Майкла Джексона. Ага, моя фраза, между прочим. Ну, вообще-то это моя фраза, просто ты вчера меня опередила. Вообще-то ну. Это черный юмор, если что, да? Но мне сказали, что этих машин в штате только две. У меня и у Фердинанда Порше, короче. Она мне пипец как нравится. Она, я не скажу, что супер едет, но нормально управляется, задний привод, и она очень... Прикольно, я даже на нее вчера денежку потратил, сделал внешку, поставил свой цвет, там еще турбину поставил. Короче, 7 лямов, правда, госка. Вот такие вот дела, и давай еще, знаете, что замутим. Вы берете, сейчас лайк ставите, в комментариях пишите свой айдишник. Ну, если вы играете уже на сервере или зарегистрируетесь, пишите свой айдишник. Ну и напишите там пару слов, чтобы YouTube это в спам не отправил. Напишите, не знаю, как у вас там, что вы сегодня кушали, чем срали. И в конечном итоге потом в следующем видосе или на стриме я разыграю 100 тысяч рублей. Комментариев будет немного, потому шансов как бы на халяву соточку получить у вас предостаточно. Возможно, еще какие-нибудь обзорчики на машины позаписываю. Ладно, полетели. Ой, вообще, ладно, вот давай так, Женя, твои ставки, сколько я машин выбью? Ноль. Ладно, я ставлю, что 4. Ладно, сколько там вообще всего кейсов, я тебе скажу? 25 тысяч раздели на 250. Ага, так, ну, я думаю, ну, 2 вот так. А, прикольно. Ну, там редкий шанс. Без гарантийной, да? Да. А, сегодня у нас еще обновление вышло, я тут сейчас открываю менюшку, тут мои навыки посмотреть, елки-палки. Там они какие-то магазины добавили, там, где соки, бусты продают. Но я еще не читал, что добавили в обновлении, но знаю, что в этих магазинчиках, там, где эти бусты продаются, налоги платить не надо. Это плохо, конечно. Хорошо, тогда начинаем. Я думаю, выбью 4 машины и плюс гарантийные. Вот так вот. Так что вчера выбил за 10 тысяч 3 машины плюс гарантийные. Что, давайте вот... Давай так сделаем. Мы с тобой сейчас заспорим. Если ты выиграешь 2 машины без гарантийной, то я выиграла. Если ты выиграешь 4 машины без гарантийной, то ты выиграл. Если, ну, 3 ничья, естественно, если выше 4, тебе приз, если ниже 2, мне приз. Приз а какой? Ребята в комментариях укажут, какое желание, короче, надо будет загадать один другому. Короче, зрители выберут, короче, так сказать... Унижение для проигравшей стороны. Нет, ну это можно, но ты представь, что они там выберут. Ну, что ж поделать. Но, ребят, только адекватные штуки, да, там, типа, без увольнения из правительства, да, там, без посылания нахер админов, там, его, как бы, что-то адекватное, давайте.
Короче, не нарушая правила сервиса, желательно, да. Да, 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 да. Ребят, хорошо. Может, там признаться в каком-то там, я не знаю, в какой-то тайне. В групповом изнасиловании или что? У тебя было? Нет. А тебя или ты? Меня. Шучу. Так, грустно. Так, хорошо, ну, подожди. Что-то типа такого интересненького, чтобы это прям для всех было интересно. Окей, сколько я должен машин выбить, чтобы выиграть? 4 и выше, я 2 и ниже. Ну давай так, если я выбиваю меньше 4 машин, то ты выигрываешь, так будет честнее. Не-не-не, смотри, давай так, если вылазит 3 машины, короче, мы оба с тобой проиграли и оба сделаем это задание. Не, так неинтересно, давай так. А если выбиваю 4 машины, я выигрываю, ну или больше. Если я выбиваю меньше 4 машин, соответственно, ты выигрываешь. Так будет легче. Ну и ладно, что ты боишься вместе со мной что-то делать? Да, хорошо, давай по-твоему будет. Окей, как там, типа, 2 машины? Смотри, 2 и меньше я выиграла, 3 оба проиграли, 4 и больше выиграл ты. Хорошо, договорились. Ну, погнали. Чувствую какое-то предвкушение какого-то, извиняюсь, пиздеца. Что, ты уже боишься, что проиграешь? Да я всего боюсь. Так. Ну. Так, гарантийную машину, я надеюсь, я точно заберу. Вот, но она на спор наш не влияет. Какие контейнеры открываешь? Я не контейнеры, я эти билеты. Кстати, ребят, смотрите, короче, ты тоже открой, посмотри. Что можно выиграть? Они с сегодняшнего обновления поменяли, там машины какие-то добавили. Лотерея удачи, да? Что? Лотерея удачи, да? Да. Там Shelby Cobra появилась, Dodge Charger, да. Давай я все перечислю. Тона, Rolls-Royce Down, который, ну, типа, без крыши. Давай не буду перечислять, я поняла. А, ты бы перечислишь? Ну, говорю, давай перечислим вообще, что все, что можно оттуда вытащить. Там дофига чего можно вытащить. Там, короче, яхта какая-то блатная добавилась. О, ух ты, какая серый. Серый, короче. L650 Fly. Ты так это читаешь, как будто ты разбираешься в яхтах. Ух ты, какой красивый Rolls-Royce Down. Блин, вообще бомбовский. Я такой хочу. Вот если ты такой выиграешь, короче, то я его заберу себе. Без проблем. Вот уже красивая машинка. Volkswagen Golf. GTI Vision. Уф. Выгадывай, успела переодеться. Ну, пока ничего не падает. А ты успел увидеть, что я переоделась? Да я, лук пол, у меня все нормально. Лук, ну, кстати, полу? Смотри, новый ГЛС. Выиграл? Нет, я говорю... Это который ГЛС 300? Ну, какой-то вот, по-моему, типа, в новом кузове ГЛС, короче. Обрати внимание, там полистай. По-моему, был, подожди. Нет, это в новом, это типа последний глаз, походу. Красивый. Наверное, большой и страшный. Редкий приз, содержащийся в лотерее. Слушай, ну, пока что, судя по всему, ну, я уже 4000 потратил, я ничего не выбил. Маски. Что? Маски пока что, кроме масок ничего не выиграл. О, сейчас выиграю. Что, да ладно? Volkswagen Golf GTI. Ну, блядь. О, я же сказал, красивая машинка. Ну, а вроде... Пока что я выигрываю. Ну, пока что да. О, ну... Блин, красивая. О, выбил говно. Да ладно. Так, ну теперь, чтобы ты выиграла, я должен не выбить ни одной машины больше. Ну, пока что, ну, типа... Ну, это Toyota, да, у него. Ты будешь торчать желание, которое придумают зрители, ты в курсе, так что это страшно на самом деле. Скажи нет коррупции. Подожди. Так, если я сейчас... Тебе пишут, что, короче, админы пишут ясно, подкрут, однозначно. А, да? Да. Ну, так, там я же выбил этот гольф, он, ну, не редкий, он дешевый, насколько я понимаю. Vision, по-моему, это не такой, который был, и который там на сервере их несколько штучек. Да? Блата нет. А, уже все написывают в организации. А что, да? Он что-то выбил, да? Да вторую Toyota Corolla, камон. А Фердинанд, выбил? Наверное, не знает, что я такой же мерен, как у него выбил. А, ну да, ладно. Сейчас задачи приедешь.
Так, пока что ты выигрываешь. Да, я поняла, да. У меня, скажем так, есть вариант на ничью выйти, Надежда. Вот, но... Ничья опаснее всего, оба будем исполнять. Так. Ну, давай уже, пожалуйста, что-то еще парочку выпади, а. 17 тысяч рублей осталось. Ай, что-то мне нахуй страшно. 17 штучек осталось? Нет, 16 тысяч рублей осталось. А, ты уже это пресс качаешь к отжиманиям, это к наказаниям готовишься? Я готовлюсь, да. Тренируюсь. Ну серьезно, ну дайте мне машины еще две. Ты как раз когда сказал еще две, у тебя персонаж, короче, такой два пальца вверх. Прикольно получилось. Это не видно было. О, опять пальчики вверх потянул. Так. Что-то я очкую. Что ты очкуешь? Я тысячу раз так делал. Давай. Может быть, повезет, это видео будет мало просмотров, и там они ничего в наказаниях не напишут. Потому что я уже давно никакие видео не выпускал. Продвигаться они не будут. Не халтурь давай, работай. Не, ну я не халтурю, я выбываю. У меня просто мысли, какую херню они могут придумать. Ты это тоже слышишь? Что? Как я отжимаюсь. Господи, какие ужасные звуки издает женщина, когда отжимается, оказывается. А, я этого не слышал, к сожалению. Как хорошо. Там было прям... А! Уф! А! А! Как будто она по раскаленным углям... Уже наказание как будто выполняет. Что за наказание было? Может, это была не очень удачная идея, предложить зрителя выбрать наказание? Я вот сейчас только об этом и думаю. Я пока что в шоколаде. Исполнять будешь один. 13 тысяч рублей. Блин, ну... Очень много. Ну, я бы не сказал бы. Ну, рандом дело такое. Ну, блядь. Ну, камон, ну давай. Это задница какая-то. Слушай, зачем я спорил? Вот я более чем уверен. Я сейчас ничего не выбью из-за того, что с тобой поспорил. Да-да-да-да-да. Давай. Ой, сразу вот это вот нюни, сопли, слюни. Не получится. Все равно, короче, будешь исполнять. Ну, конечно, не получится, потому что ты вокруг меня бегаешь, колдуешь, как молния просто носится, конечно, вокруг меня. Ну, давай, еще две машины, рандом. Да это что, издевательство? За 25 тысяч рублей сейчас две машины только выбью? Да нет, ну так не может быть. Сейчас уже до гарантийной дойду. Ну, пожалуйста. Ты же сказал, колдую. Наколдуй мне две машины, пожалуйста, а? Нет. Если наколдую тебе две машины, то придется мне только одной это все делать. Я не дура. Ну, сейчас мне как бы одному сейчас придется все делать. Ну... На, снова колдовство, да? Это тоже мольба. Но нет! Это гарантийка. А, гарантийку мы ничего не учитываем, да? Да-да-да. Все, тогда хорошо. Я продолжаю молиться. Ну, бля, ну не может же быть так. Кстати, насчет анимешников. Я, между прочим, очень люблю японскую культуру. Что с ней связано. У меня вообще мечта. Когда-нибудь, может быть, я медовый месяц проведу в Японии.
Нет, конечно, мечты, мечты, куда вы прете? Там, кстати, судя по всему, Тёма тоже болеет. За меня, наверное. 6000 рублей осталось. Ну, это все. Я уже чувствую, что... Он пытается меня переубедить в том, что телефон он получает 18.00, а это 6 часов вечера. Он мне показывает, что на час на часах есть шестерка, значит, он выиграл. Все, он может взять телефон. А сейчас 16. Ай, блин. Ну, все, короче, ГГВП. 6000 рублей. Ой, кто-то проиграл. Ой, кто же это может быть? Ну ты сейчас досмеешься, у меня сейчас какое-то опять какое-то японское говно выпадет, и мы вдвоем с тобой попадем. Посмотри, какой, а? Да что он делает? Ну 25 тысяч рублей! Я знаю, какое будет наказание, я тебя заставлю пересмотреть все аниме, которые мне нравятся. Да все, чем-то стримить прекратить. Когда мне время найти пересматривать? Ну, не знаю, ты вообще спать не будешь, короче. А, отлично. Да, прям ведь камеры скажу, чтобы не выключал, буду смотреть, как ты смотришь. Хорошо. Спорим, ты потом станешь анимешником по-любому? Ну, это типа как вирус, я так понимаю. Естественно. Все, я вы... Серьезно, я за вчера... Все? Нет, вчера за 10 тысяч... Я вообще яхту хочу выбить. Я вчера за 10 тысяч выбил машин больше, чем сейчас. За 25. Что мне на стриме это все открывать надо. Угу. Просто, даже деньги не падают. Просто я в это в шоке. 2000 рублей осталось. Все, ребят, ну, ГГВП. Да, ты колдуй там. Короче, у меня остался последний вариант. Последняя надежда. Что ты делаешь? Дед, я не прощу тебя все равно долго, как бы ты не раздевался. Здрасте. Что, куда-то поехать на крышу у этого? Не, хотя я прошлый раз, это помню, к церкви приезжал, и то мне не помогло, я там молился. Ну, не знаю, леопардовые трусы спасут. У меня, ну, типа, 2300 рублей, это последняя надежда. Я-то, короче, пропукала все деньги, теперь в одних трусах остался. Естественно. 1500 рублей. Может, тебе денег дать? Админы подкрутили, ага. Кто там писал, что мне админы подкрутили? Вот так вот, да, подкручивают обычно? Да. Чтоб я еще раз видео записывал, лучше на стриме реально открывать. И будет нормально падать, чем сразу все. Жесть. Все, у меня, вот смотри, у меня сейчас, ну, две попытки, то есть беру две машины, выбиваю и выигрываю. У меня 572 рубля. Ладно. Ну, сейчас будет просто, вот сейчас последняя попытка. И я, короче, что? Возьму, и тогда мы будем вдвоем наказание выполнять. Ну, чтоб ни одному не обидно было. Хитрый. Ну, поздравляю, вы выиграли. Победный танец, если что. Оденься, ну еще наказаний-то не было. Для меня раздеться — это не наказание. О, это ты зря сказал. Ребят, я надеюсь, все услышали, да? Ладно, шучу. Короче... Ты уже как-то катался по всему штату на велосипеде в труселях. Мало тебе? Давай, нарывайся. Нет, это ГГВП, короче. Надо было, короче, я знаю наказание. Вот если ребята не придумают ничего интересного, короче, знаешь, какое у тебя будет наказание? Ну. Это будет на стриме, короче. Я тебя сама одену, и в той одежде, которую я тебя одену, ты будешь гулять весь стрим просто. Хорошо. Поверь, это будет не классика, далеко. Короче, ты меня оденешь как бомжа какого-то, да? Нет, как сутенера.
А. Понятно, подкрут, короче, ясно. Ага, я бы вам сейчас рассказал бы, какой подкрут. Вот. Ребята, что если вам нравится... Что, вы выпили только что? Нет, это то, что я вчера выпил. Вот это все? Да. И сегодня две машины. Читер. Он подумал, может, что Майбах тоже будет. Ты на стриме? Я на видео. Передавайте привет. По номерам можно определить, где тут моя машина. На видео? На видео, да. Вы попали. Вас снимает скрытая камера. Приятной игры на Grand Roleplay. Ха! Так. Ладно, ребятушки, если вам нравится наказание от Евы, пишите это в комментариях. Ну, если вы сами будете придумывать, ну, придумайте, но что-то ржачное, а не так, что, я не знаю, там, что-то злое. Надо что-то смешное, чтобы могли поржать на стриме или еще что-либо. Напоминаю, ребятушки, о том, что оставляйте комментарии, пишите там айдишку, кто, кому повезет, тому прилетит 100 тысяч баксов. Вот, ссылочка в описании, приходите играть вместе с нами. Всем желаю удачи. Еве, спасибо. Всем пока. За то, что я проиграл. Всем пока.